Всем привет! В этом видеоуроке я расскажу о том, как переводить сайты с иностранных языков на русский язык. Переходим, к примеру, на какой-нибудь сайт на английском языке. У нас все на английском. Изначально, когда устанавливаете Google Chrome, у нас включен переводчик. Переводчик уже встроен в Google Chrome. Мы можем отключить либо случайно, либо специально. И потом, если кто не знает, как обратно включить, я объясняю. Нажимаем на три точки. Переходим в настройки. Листаем в самый низ. Нажимаем дополнительно в самом низу. Ищем язык. Языки. Нажимаем сюда и включаем предлагать перевод страниц, если их язык отличается от используемого в браузере. Нажимаем галочку. Обновляем страничку. Как видим, у нас все перевелось на русском. Также у вас может не перевестись, если у вас не настроено еще вот здесь. Здесь выбираем языки, на каких мы просматриваем сайты. К примеру, английский язык. Нажимаем три точки, нажимаем здесь галочку «Предлагать перевести страницы на этом языке». Если она у вас здесь не стоит, у вас также не будет перевод. А также мы можем настроить. Всегда предлагать переводить на английский, никогда не переводить на английский. И так далее. Изменить языки можем. Кому помогло, понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи!